великолепная штука. И самое главное, что здесь могут и дети, и женщины, и маленькие, и большие. Сколько раз? Вас еще хочу. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в YouTube. Сегодня у меня в гостях очень интересный человек. А в гостях, как вы понимаете, тут мой лекционный зал в Пушкинских горах. А за нами стоит вот конструкция, о которой сейчас мой гость вам расскажет. Зовут его Кирилл. Ну, Кирилл, представьтесь пока просто кратко про себя. Два слова и что за спиной? Здравствуйте, друзья. Меня зовут Жерлиев Кирилл. Я занимаюсь системой вытяжки тренажер правила от слова «выправить» или «поправить». То есть у нас за спиной стоит конструкция, которая позволяет поправить свое здоровье и получить какие-то новые физические результаты в профессиональном спорте или в любительском. Ну, а теперь об этом поговорим подробнее. Кирилл, скажите, а как вы пришли к этому, что стали, вот почему вы решили заниматься этой темой, как вы в нее как бы вошли, почему она вас заинтересовала, вот интересно это узнать. Здесь интересная история жизни на самом деле. Я занимался тем, что водил экскурсии по заповедникам на Урале. И однажды ко мне обратилась женщина, которая является представителем известного писателя Сергея Трофимовича Алексеева, и предложила сделать к нему экскурсию. И когда мы с ним познакомились, я узнал о вот этой вот уникальной системе правила, от слова «выправить», о том, что ее использовали у нас на Руси традиционно. Она была во многих дворах тех, кто занимался оздоровительной деятельностью или какой-то боевой, или спортивной, так скажем, в современном мире. И мне очень понравился результат этой системы, когда я на ней первый раз повисел. Я увидел, что, в принципе, это можно модернизировать, поскольку та система, которая первый раз я на которой повисел, она была невысокого роста, она была простая в применении, там буквально было 3 упражнения. Я понял, что можно сделать гораздо интереснее. Я стал изучать этот вопрос, собирать разную литературу, встречаться с людьми опытными уже, кто имел опыт занятия, преподавания этой системы. И сформировался у меня некий опыт, который вылился вот в такой тренажер. Понятно. Ну, а скажите такую вещь. Ведь вот я знаю, что и давно слышал от многих людей, что правила, мне много раз даже тоже предлагали, а вот позанимайтесь, приезжайте. Много кто производит разных форм, по разному принципу устроенных. Вот расскажите, чем принципиально отличаются вообще между собой эти тренажеры, эти правила, и чем ваша конструкция отличается, в чем ее преимущество от других имеющихся, ну, скажем, на рынке у нас, да? Хороший вопрос, поскольку я очень часто тоже слышу об этих спорах, что лучше, какой тренажер лучше, с лебедкой, либо с мешками, с грузом, можно ли заниматься девушкам или нельзя. И я пришел к выводу такому, что, значит, система правила – это обязательно нужен мешок с грузом, какой-то противовес. Тогда можно называть это классической системой, как было у нас в традиции, 4 столба и груз. Но система, которая имеет статическое натяжение, лебедка ручная, она дает эффект, как у йоги. То есть это плавное и очень комфортное натяжение, которое, в принципе, можно использовать и при оздоровительных целях, и, допустим, с работой с девушками. И поэтому я решил совместить в этой системе, чтобы убрать все споры, что лучше, ручная лебедка либо груза, объединил все в одну, еще установил электромотор для того, чтобы индивидуально заниматься дома, и не требуется никакой помощник, вы всегда можете сами себе безопасно абсолютно. Есть для этого у нас определенные условия, чтобы растянуть, вытянуть, поправить себя. Ну, понятно. А есть ли какие-то противопоказания к занятию на правиле? И если да, то какие группы людей, может быть, какие-то болезни? Ну и, собственно, в чем заключается метод? Да, конечно, есть противопоказания. Прежде всего, здесь должно быть у человека здравомыслие. Вы же понимаете, что с дуру можно что угодно сломать себе. Поэтому человек должен быть, во-первых, разогрет. Поскольку эта система у нас в традиции применялась после бани. Когда человек после бани, мышцы и сухожилия очень эластичные, и с ними легко работать, и это достаточно менее так ощутимо на теле. И поскольку тренажер мы разработали таким образом, что он имеет систему амортизации, он двигается в нужную сторону, как амортизатор у машины компенсирует резкие рывки, тем самым является это безопасной работой на тренажере, поскольку если человек не разогрет или неудобно резко повернулся, то тренажер скомпенсирует вот этот вот рывок, и человек ощущает на себе мягкость и комфортность нагрузки. Плюс также
имеет значение, это манжеты, которые вы используете на руки и на ноги. Наши манжеты очень хорошо зарекомендовали себя за последние 5 лет. Их покупают у нас даже производители тренажеров, поскольку они могут давать очень сильную нагрузку и комфортное состояние запястья руки. Скажите, ну а все-таки вот у людей есть проблемы у некоторых с опорно-двигательной системой, да? От малых, типа сколиозов, да, до ну, более серьезных, кто, например, проходит реабилитацию и имеет, скажем, какие-то повреждения позвоночника после ДТП. Ну, допустим, таким людям нельзя, нужно с каким-то ну, пониманием, где эту информацию можно получить, то есть вот эти ограничения, при которых все-таки и с кем? Это же нужен специалист тогда, а не самостоятельно заниматься вот при серьезных проблемах. Да, друзья, конечно, если у вас сложная задача, ее нужно решать совместно со специалистами. То есть вы получаете направление у врача на растяжение, на вытяжку. И после этого направления, если вам показано при вашем случае именно снятие компрессии, растяжение, вы приходите уже или приобретаете это оборудование и занимаетесь индивидуально. Вот. Кто сомневается, то есть самый простой метод пойти к участковому врачу и проконсультироваться. Вот. Кто чувствует, что ему просто хочется снять напряжение, это либо физическое, поскольку вы там тяжело работаете, либо статическое, когда вы часто сидите на одном месте, за рулем, за столом, за компьютером, либо еще в каких-то положениях неудобных в течение дня, то эта система очень хорошо снимает вот эту нагрузку естественным образом. Потому что здесь нет большого отягощения, то есть тут работа, в принципе, с собственным весом. И поэтому это безопасно и эффективно. Конечно, врачи знают об этой методике, она называется на медицинском языке сухая вытяжка, либо вытяжка в санаториях, в профилакториях, используется при разогреве в ванне, одеваются специальные ремни и растягивается тело под нагревом горячей воды. Эта система более простая в применении, то есть тут не нужно тело разогревать специально, его можно прогреть какой-то суставной гимнастикой, либо сходить в баню, вот, и тем самым вот, получить эффект очень качественный и быстрый, самое главное. Ну что ж, здесь все понятно. А все-таки, если мы говорим о широкой группе людей, относительно здоровых людей, обычных людей, ну, которые усталость, там, действительно сидячий образ жизни, который приводит к тому, что значит, где-то спина болит, где-то шея, в машине долго едут люди, да, шея болит. Поможет ли этот тренажер в этом случае, как тогда надо заниматься, сколько раз в день или в неделю, курс какой нужен для этого, чтобы облегчить состояние у кого, вот скажем, спазмы мышц, да, шеи, позвоночника. Вот такой вот вопрос очень важный, который люди точно зададут, поэтому опережая, я вам его задаю сам. Значит, друзья, конечно же, занятие на этой системе курсом дает более глубокий результат, чем разовые. И для кого? То есть обычный человек, который ведет обычный образ жизни, получает на этой системе очень быстрый результат и глубокий, поскольку в течение дня мы нервничаем, это спазмы мышц, мы испытываем статическое напряжение, то есть мы долго сидим за столом там, или за рулем, за компьютером. И вот эта система даже за один раз снимает вот это накопленное напряжение в мышцах и дает эффект, помимо физического расслабления и легкости, еще и эмоциональный подъем за счет высвобождения вот этих блоков и зажимов, у вас идет именно в теле ощущение легкости и прилива сил. И это состояние хочется повторять, повторять. То есть я часто слышу о том, что люди, которые прошли курс там, по 10 занятий, во-первых, увеличивается рост примерно на 3-4 сантиметра за 10 занятий, а за одну тренировку сантиметра на полтора, при прогреве на 2 после бани. И это прекрасный результат, вы сами понимаете, что если представить наш позвоночник как гармошку, и в обычной жизни она всегда у нас сдавлена, и когда вы где-то перенервничали или перенапряглись, у вас идет защемление нерва и обострение, то в том случае, если вы профилактически постоянно позвоночник растягиваете, то у вас есть вот эта подушка безопасности, когда позвоночник может сыграть и безопасно очень выйти из-за какой-то сложной пиковой нагрузки для вашего тела. Но судя по этой логике, вот это, кстати, очень интересная тема, насчет того, что человек как бы вытягивается, растет. Ну и не за счет того, что он вырос, вот чудо произошло за несколько дней, просто у него действительно в сдавленном состоянии позвоночник чуть-чуть вытягивается. Это за одно занятие, как вы сказали, за несколько, тем более. Но вот скажите, а те люди, кто хочет просто прибавить в росте, но не временно, а вот постоянно, как-то помогает, ну и опять-таки до какого возраста,
работа на этих тренажерах? Ведь все-таки люди есть те, кто отстают в росте или там низкого роста, они хотят вырасти, но не хотят химическим способом за счет гормонов там применять, да? Вот это, есть такая практика и опыт ваш или кого-то из коллег, помогает ли этот аппарат и какие нужны тогда, и как длительно занятия, чтобы человек в росте вот каким-то серьезным образом увеличился, вырос, молодой человек, допустим, до какого возраста опять-таки, и сохранил этот рост? Значит, по моему опыту, человек может увеличить рост до 5 сантиметров, и 10 занятий на полгода дают этот эффект примерно. Если 2 раза в год проводить курс по 10 занятий, то у вас в течение года 5 сантиметров к росту – это гарантированно. Зависит еще от самого телосложения и от питания человека и от образа жизни. Поскольку, допустим, человек, который употребляет все продукты, у него более закисленные клетки и мышцы более грубые. Там вегетарианцы, они мягче тянутся. Там люди, которые природным питанием занимаются, они еще легче вырастают. То есть здесь комплекс мер. Но если говорить опять же о нашем опыте, при работе с детьми хороший результат у тех детей, у которых была задержка роста, она проходит. То есть ребенок, там, допустим, 4-5 класс, он может отставать от сверстников, но потом идет резкий скачок и продолжается развитие роста. Это, конечно, регулярные занятия, то есть для этого нужен тренажер приобретать домой, либо ездить как в тренажерный зал постоянно, и тогда будет результат. То есть я бы сказал, что как в любом деле, нужна постоянная нагрузка. Как в спорте, в профессиональном, как, допустим, в оздоровительных каких-то процедурах. То есть если вы постоянно чиститесь, вы имеете чистый организм. Если вы постоянно тянетесь, вы имеете всегда, получается, какой-то прогресс в росте. Ну что ж, все предельно понятно. Конечно же, ясно другое еще, что при том, что организм, впервые, может быть, за годы у кого-то, кто начнет заниматься на данном тренажере, начинает входить в естественное положение, действительно, уходят спазмы, расстояние между позвонками приобретает правильное положение, необходимый размер расстояния, улучшается циркуляция крови. А это питание ткани, опять-таки же, если регулярно это проводить эти занятия, разумеется, улучшается общее состояние биохимии, микроциркуляции крови и так далее, и так далее. Все понятно. У меня такой вопрос. Я тоже ведь много лет уже про это слышал, сам, честно говоря, не занимался еще пока вот до сегодняшнего, как говорится, дня. И, конечно же, пришло время просто показать, рассказать хотя бы так пока, что из чего состоит, то есть что это за аппарат, как он устанавливается, его площадь, габариты, чтобы люди поняли, промерив у себя, смогут ли они у себя поставить это куда-нибудь домой, в оздоровительный центр, в баню, да, в какой-нибудь там лекционный зал или куда-то там еще на работе, либо где-то по бизнесу или у себя дома. Значит, покажите элементы, что еще состоит, что зачем нужно, что висит сзади нас. Ну вот, собственно, прошу вас рассказать. Друзья, этот тренажер выгодно отличается от других производителей тем, что в нем есть ряд преимуществ, которых нет ни у кого. Моя авторская система конструкции заключается в том, что я соединил классическое правило, это мешки с грузом, систему лебедки, это статическая натяжка как элемент йоги, и плюс электропривод, который позволяет работать самостоятельно дома, не прибегая к чужой помощи. Также мы тренажер этот изготовили таким образом, что он имеет состояние подвижное, как амортизатор компенсирует резкие рывки и какие-то, возможно, допустим, неудобные положения в теле, он компенсирует, и человек уже точно не получит травму, не травмируется, не будет спазма мышц, поскольку он, как амортизатор у машины, очень мягко и комфортно держит нагрузку. Дальше, тренажер, значит, высокого очень размера, очень крепкий, на нем можно заниматься детям, использовать его как турник, лазить, установить на него различные, там, допустим, какие-то лестницы, грушу, канат, использовать его как веревочный городок и натянуть на среднем уровне, допустим, какой-то батут, то детям можно использовать его вообще как целая комната игровая или комната отдыха. Дальше. Этот тренажер мобильный. То есть его можно легко разобрать, самый длинный элемент составляет 2 метра, положить в любой хэтчбэк, если сложить заднее сиденье, и увести
его на какую-то выставку, либо если вы занимаетесь таким видом деятельности, либо просто на дачу, либо на озеро на отдых, и собирается он в течение буквально там 20 минут и разбирается еще быстрее. Этот тренажер мы делаем на заводе, красим его полимерной краской. А что это дает? Полимерная краска используется в покраске автомобильных дисков, когда там часто меняется температура, то нагревается от колодок, то в холодную погоду остывает, попадает в лужу и так далее. То есть эта краска очень прочная, поэтому этот тренажер можно использовать на улицах, на верандах, в бане, где часто меняется температура, допустим, плюс 60-70 градусов или там минус 30 зимой. Мы даем полностью гарантию на все узлы конструкции, вот, поскольку эти все узлы состоят из альпинистских элементов. Это специальные блок-ролики с подшипником, которые используются в промышленном альпинизме, и от них зависит жизнь человека. Здесь специальная ткань рюкзачная, из которой изготовлены у нас разные материалы, шапки глиссоны для вытяжки шеи, мешки для груза. В эти мешки можно насыпать песок, камни, воду, то есть все, что попадется под руку, использовать этот мешок можно, он очень прочный, надежный, и также на него гарантия, как и на весь, значит, на все элементы тренажера. При установке тренажера у вас будет инструкция, где полное описание каждого предмета, элемента, он очень легко собирается, как я уже говорил, и понятен в применении, самое главное, то есть какой вес мешков должен быть, какую нагрузку дать на лебедки или на электромоторе и так далее. Сам тренажер, рама его изготовлена из заводской ГОСТовской стали, покрытой полимерной краской. Вот. ГОСТовская сталь позволяет конструкции служить очень долго, и поэтому мы даем гарантию на каждый элемент, поскольку здесь очень большие цифры. Вот этот ролик, он рассчитан на 1,5 тонны. Лебедка рассчитана на 1,1 тонны. Электрический телфер на 500 килограмм. Веревка на разрыв держит больше 1,2 тонны. Ну и так далее. То есть каждый элемент здесь приравнен к тонне, и поэтому при использовании этого тренажера, если, допустим, даже в каких-то домашних условиях или в спортзале, он прослужит у вас долгие десятилетия, поскольку все какие-то расходные материалы, там, возможны в будущем, какие-то элементы, мы по гарантийному случаю заменяем. А гарантия составляет этого тренажера 5 лет на сегодняшний момент, и с каждым годом мы прибавляем ее. То есть вот 5 лет я занимаюсь изготовлением и даю гарантию, каждый год прибавляя по году. Соответственно, через 10 лет мы будем давать гарантию на этот тренажер 10 лет. Вот такие условия. Кирилл, скажите, а вот что это за шар такой оригинальный, грушевидный, и зачем он нужен, для чего? То есть вот поясните вот этот интересный момент. А вот вы знаете, для чего используется этот шар. Обычно на тренировках на правила люди висят под собственным весом и испытывают некий дискомфорт. Моя авторская методика заключается в том, что мы под поясницу и под голову устанавливаем два вот таких вот интересных фитбола, которые вытянуты и имеют арахисовую форму, что позволяет переворачиваться вдоль фитбола в разные стороны, влево, вправо, делать определенные элементы гимнастические и не испытывать нагрузки сильные на руки и на ноги. Пример из нашего опыта: пришел человек, у которого 150 кг веса. Он говорит, что вот мне врач посоветовал, значит, делать какие-то упражнения на снятие нагрузки. Как ему поднять от пола 150 килограмм? Ему просто физически это было бы неудобно. Но использование вот этих шаров позволило нам провести с ним курс 10 занятий. Во-первых, он снял компрессию со своих суставов, увеличил циркуляцию крови и вообще жизнедеятельность организма улучшил. И благодаря вот этим мячам можно работать с людьми, которые, допустим, чувствительны к нагрузкам. Это девушки, это дети, это большой вес, это обострение. То есть тех людей, которых сложно поднять от земли, они не могут испытывать даже вес собственного тела, то есть уже закисленные там шлаками, токсинами тела, то с помощью этих шаров можно очень комфортно и легко делать сложнейшие упражнения с очень минимальной нагрузкой. Кирилл, а вот расскажите какие-то интересные, может быть, случаи, вы помните, вот как сейчас вы рассказали про большую массу тела, может быть, сложные случаи, может быть, какие-то случаи, когда за определенное количество занятий люди улучшили свое самочувствие или прошли какие-то состояния недомогания или болезни вот благодаря занятиям на правиле. Вот расскажите интересные случаи. Да, конечно, за опыт
работы в 5 лет у нас набралась база данных людей, которые получили оздоровление и очень благодарны нам. Например, самый возрастной гость, вот вы спросите, например, какой возраст подходит для работы. Начиная от 5 лет с детьми мы работаем, заканчивая там 87 лет, у нас регулярно к нам приходил Бедрес Киркоров, отец Филиппа Киркорова. Он занимался у нас в профилактории, где установлена эта система в Сочи по восстановлению опорно-двигательного аппарата. Ему очень понравилось, хотя врачи переживали, что они не знали, как бы, как отреагирует его тело. Понятно, что такая медийная личность, мало ли что. Но он прям при мне просто вот так закрывал перед ними дверь, приходил ко мне, когда они его сопровождали. И мы с ним проводили ряд обычных упражнений, не отрываясь от пола, обычная динамика с мешками, немножко разных элементов кручения. И значит, его отзыв мы включим в ролик, где он своими словами скажет свои ощущения. Ну как, Бедрес, расскажите, вам понравилось тренироваться на системе? Великолепная штука, великолепный монтаж. И самое главное, что здесь могут и дети, и женщины, и маленькие, и большие, что каждый размер по килограмму можно распределить, растянуть свои мышцы, растянуть жилы, сухожилия, которые мы страдаем. Так что молодцы. Поздравляю вас с этим успехом. Вам спасибо за то, что приходите. Чтобы были люди, приходили к вам. Благодарю. Конечно же, масса людей, масса просто, которые пишут благодарности, с которыми я встречаюсь уже после прохождения курса, которые вспоминают вот это состояние легкости и полета тела, когда они получили вот ощущение молодых лет. Я часто слышу сравнение состояния после тренировки на правило, как будто человек помолодел, потому что появляется легкость в суставах, в движении, появляется вот этот внутренний потенциал силы, вырабатывается. Вы можете там двигать горы, условно говоря, заниматься любимым делом, у вас больше свободной энергии, которую вы можете потратить на себя. Вы скажете, а чтобы изучить эту тему полностью, знать все, не делать ошибок, я понимаю, лучше всего, конечно, пройти вот занятия, и мы будем такие занятия проводить, вот с вами будем приглашать наших зрителей на такие занятия вот у нас в экологически чистом месте, в нашем хозяйстве в Пушкинских горах, но все-таки, я ведь так понимаю, что к любому тренажеру, который продается, если человек далеко живет, неудобно ему, даете некую видеоинструкцию, которую человек, изучив, может безошибочно пользоваться данным аппаратом. Это первый вопрос. И сколько по времени нужно пройти, если человек захочет, практическое занятие, чтобы полностью овладеть уже на практике работой с данным аппаратом? Первый вопрос. Конечно, можно научиться этому индивидуально. У нас есть записанный видеокурс в формате 5 дней, мы его записывали. Курс в себя включает женскую программу «За и против разбор мнений», согласованную как раз вот со многими авторитетными специалистами в области здорового образа жизни, там, и кто уже имеет опыт работы, травматологи, реабилитологи. Детская программа при каких-то проблемных, значит, случаях, то есть задержка роста, школьный сколиоз, какие-то там недостатки и так далее. Это спортивная программа увеличения результатов. Если занимаетесь какими-то единоборствами, то вам всегда, конечно, хочется быть гибче, сильнее, лучше, выносливее и так далее. Эта система позволяет это получить. Это профилактическая работа, которая, в принципе, подходит каждому человеку, который имеет, сейчас у нас вообще мало подвижный образ жизни, мы больше сидим, чем двигаемся, поэтому, имея такую систему дома, вы однозначно получите отличный результат профилактически и избавитесь от многих проблем с опорно-двигательным аппаратом. А как вы знаете, допустим, современные мануальные терапевты говорят о том, что сейчас около 90% людей имеют искривление, они даже об этом не знают, поскольку у нас такой образ жизни, так скажем. Отвечая на первый вопрос, добавлю, что видеокурс в формате записанный 5 дней вы можете изучить дома и, значит, на своем опыте уже индивидуально, консультируясь с нами онлайн, либо по телефону, вы можете осваивать вот эту методику. Друзья, также вы можете приехать в хозяйство Юрия Андреевича Фролова и в Пушкинские горы и пройти курс лично.
Курс будет включать формат 2 дней. После прохождения курса и освоения методики вы получите сертификат от Национальной ассоциации народной медицины за подписью доктора наук Егорова. То есть у вас будут корочки, с которыми вы можете уже официально проводить занятия даже в организациях каких-то, которые вот профильно связаны с вытяжкой организма, либо это спортзалы, либо это какие-то оздоровительные процедуры, профилактические и так далее. Также можно будет работать с детьми, с пожилыми людьми, то есть применение этого курса очень широкое. И еще важно, что если вы занимаетесь какой-то профильной деятельностью, то вы можете расширить сферу деятельности за счет того, что получите новый навык вытяжки, получите новый инструмент для работы с людьми и получите отличный результат для собственного развития. И развитие вашего бизнеса, и развитие деятельности вашей организации, ну и, соответственно, доход. И также про преимущества. В систему вот этого оздоровления тренажера Провива входит система крепления манжет на руки, на ноги. Причем она туда входит двойная, что вы можете, допустим, когда у вас пришла пара на занятие, муж с женой, чтобы не ждали они друг друга, вы можете одеть эти двойной комплект манжет на мужа и на жену и заниматься по очереди. Это экономит время, если у вас расписанное, допустим, время приема, то это очень сильно увеличивает доход. Это, допустим, какие-то выездные уличные мероприятия или у вас плотный график, то за счет того, что один другого не ждет, получается экономия времени. Также в комплект тренажера входит 2 шапки Глисона, которые позволяют тянуть шейно-грудной отдел. Друзья, это уникальная вещь, которая вообще, я считаю, должна быть у каждого в доме. Поскольку образ жизни у нас малоподвижный, и мы постоянно испытываем то нервничаем, то перепады температуры, поскольку живем в разных климатических условиях. И эта шапка позволяет очень быстро, эффективно и безопасно, что важно, снять вот это напряжение мышечное. Как она работает? Значит, вы одеваете ее, зацепляете за какую-то перекладину, неважно, это крючок вдоль стены, который либо это турник, либо какая-то шведская стенка. Значит, одеваете вот этот карабин. За карабин в комплекте у шапки идет мягкий эластичный трос. Видите, как он натягивается. Вы разогреваете шею предварительно, значит, либо суставной гимнастикой, либо попив горячего чая с медом, либо приняв там душ или ванну, либо баню. Одеваете эту шапку, садитесь на пол, и у вас начинается вытяжка шеи до середины спины. То есть весь шейно-грудной отдел у вас естественным образом вытягивается. Для чего это нужно? Когда у вас, допустим, спазмированы позвонки в шейном отделе, то у вас идет задержка кровообращения. Вот эти трапеции, мышцы, когда мы часто сидим за компьютером, они у нас тоже под напряжением, либо за рулем, то вот эта шапка очень эффективно снимает это напряжение, и вы не испытываете никакого дискомфорта, вы лучше высыпаетесь, у вас меньше появляется раздражение, вы лучше можете сфокусироваться на любимом деле. Поэтому я считаю, применение этой шапки должно войти уже у вас в привычку, как, например, зубы чистить. Для чего? Потому что результат от этой вытяжки – это прямая осанка, это положение головного мозга уже не как у человека, который заблудился где-то и смотрит под ноги, а когда вы смотрите вперед или наверх, то есть регулярное применение этой шапки формирует мышечную память, формирует осанку, формирует прекрасное настроение и, так скажем, прекрасно работает как профилактика против различных проблем шеи и грудного отдела. Уважаемые зрители, вот эта шапка Глисона тоже продается отдельно. И купить ее можете вы также на нашем сайте nadgar.ru. Увидите, смотрите, можете приобретать. Теперь, кто приедет к нам на занятия? Когда будут занятия, вы узнаете из моих либо видеоприглашений, либо будут объявления в рассылке. Поэтому, кто не подписан еще на рассылку, подпишитесь на моем сайте nadgar.ru. Внизу в самом сайте есть окошко. Вводите электронный адрес, нажимаете «Подписаться». И вы будете получать от нас уведомления и точно не пропустите приглашение на какие бы то ни было занятия, в том числе с Провивы. Итак, мы для вас подготовили специальную цену, специальное предложение.
те, кто обратится через меня, от меня, мои зрители, вы, если захотите приобрести данный аппарат, то цена для вас будет не 140 тысяч, а на 10% меньше. Ну а те, кто приедут на занятия, когда они будут проходить, то вы сможете получить 20% скидку, огромную скидку, и имейте это в виду. Ну а если какие-то вопросы у вас будут, то под этот видеоролик вы можете их задавать, писать, мы их обязательно перенаправим Кириллу, он ответит, и вы получите исчерпывающий ответ. Так что технология интересна, интересные действительно результаты. Уже много лет слежу за этой темой и скажу вам точно, что вещь это нужная всем. Вот неважно, чем мы занимаемся, даже физически, мы ходим, поднимаем вес какой-то, а кто-то тем более тяжелый физический труд. И, конечно, мы должны растягивать свои суставы, позвоночник, чтобы, так сказать, и эластичность свою на долгие годы и десятилетия сохранить, и циркуляцию и крови, и лимфы. Это очень полезная штука однозначно, даже теоретически, уж не говоря про богатый опыт и практику не только Кирилла, но и тех и других людей, кто занимается подобными методами, а уж что говорить про такой первоклассный, действительно очень качественно изготовленный, с любовью, с душой, с знанием, что называется, и механики, и физики, и биологии, вот такой аппарат. Поэтому я, конечно же, если есть у вас такая возможность, ну уж лично не для себя, если, то может быть экопоселение в складчину, какие-то, ну, центры оздоровительные, так это не деньги для них, станки там разные, аппараты стоят некоторые порой, ну, во много раз дороже, а вы сможете вести действительно новое дело, интересное по оздоровлению людей в свой, так сказать, багаж тех вот мероприятий, которые вы в своих клиниках или центрах проводите, это прекрасно. Ну что ж, на этом, наверное, все. Предполагаю, что будет еще отдельное потом уже видео, более расширенное для тех, кто захочет, так сказать, детально изучить какие-то аспекты. И ждем ваши вопросы. Ну и пишите в комментариях еще, кто из вас хочет как бы предварительно записаться, чтобы мы понимали, сколько желающих на вот эти занятия, которые мы будем проводить в Пушкинских горах, то есть дня на 3-4 надо будет тогда приехать. Стоимость этих занятий мы сообщим позже в рассылке, так что подписывайтесь, еще раз напоминаю. Ну, пожалуй, все. Друзья, я хочу сказать коротко, но честно, эта система изменила мою жизнь. Я, как все, работал на обычной работе, занимался поиском себя, но когда стал заниматься на ней, у меня появились внутренние силы для воплощения в жизнь своих целей. Поэтому однозначно эта система работает, работает правильно, в названии заложен смысл выправить свою жизнь, не только тело, но и душу. Как говорил Сергий Радонежский в старых книгах, что правило правит дух через тело. То есть монахи его, Пересвет и Асляба, которые в некоторых описаниях жития описывали так, что они висели в голоде и в молитве и стяжали дух через тело. То есть это не просто физическая практика, это еще и работа над собой, которая дает результат очень быстрый и качественный. То есть от мала до велика, без ограничения возраста, без ограничения проблем каких-то физических, ну, конечно, в пределах разумного. Хотя у нас есть опыт работы и с инвалидами, и с различными детьми ДЦП, и с проблемами, за которыми, так скажем, врачи уже отказались от людей и сказали, что все, давайте сами решайте свои вопросы. Приходили и такие, то есть кто хочет избавиться от грыжи. Был случай по грыже, когда человек обратился к нам с тем, чтобы уменьшить ее размер, и за 10 занятий она реально уменьшилась. И это было у нас не раз, это было несколько раз, когда люди делали снимки до наших тренировок и после, и грыжа становилась меньше. Друзья, также одно из преимуществ нашего тренажера – это коромысла, которые в комплекте поставляются в количестве 2 штук. Идет вот такая вот работа, то есть вы можете работать на вестибулярный аппарат и раскручивать тело в разных положениях, которые невозможно получить даже в йоге. То есть я к йоге очень уважительно отношусь, но, например, инструктор, который у нас работал, профессиональный, который получил диплом в институте аштанга йоги в Индии, он сказал так, что одна тренировка на правило заменяет 3 тренировки профессионального инструктора по йоге, по аштанга йоге. Значит, что дает это коромысло? Коромысло дает работу на вестибулярный аппарат. Это то, что с возрастом у всех становится проблемой, кружится голова, там боязнь высоты, какие-то другие ощущения некомфортные. Поэтому
Еще также скажу, что очень любят дети это упражнение. То есть мы на тренажере занимаемся с детьми от 5 лет и выше. И самое любимое упражнение, это, конечно, коромысло. Друзья, также одно из преимуществ, уникальное преимущество, я бы отметил, этого тренажера, то, что он оснащен электроприводом с пунктом управления. То есть, если у вас нет возможности заниматься вдвоем, то вы можете выполнять ряд упражнений, которые абсолютно безопасны, я хочу заметить, повлияют на вытяжку и на оздоровление вашего тела. Поскольку часто спрашивают, а как же вот может там выключиться электричество или что-то замкнуть там в моторе. Нет, конструктивно все предусмотрено таким образом, что вы, во-первых, выполняете упражнение таким образом, что у вас всегда одна рука свободная, и вы можете в любой момент включить систему. Или поднять систему. Вот так работает эта система. Взяв руки пульт, вы можете себя поднять на максимальную высоту и таким же образом легко опустить. Еще хочу заметить, что все работает синхронно и симметрично. Вас равномерно тянет в разные стороны, что очень важно. Потому что здесь конструкция устроена таким образом, что система сделана самовыравниванием. То есть, если у вас, допустим, искривлен таз, поясничный отдел, то при растяжке ног у вас система будет компенсировать вот этот ваш зажим и тянуть равномерно. Ну вот вы и послушали очень интересный, я надеюсь, рассказ. Вам понравилось, полагаю, надеюсь на это. Ну а теперь, конечно, будут вопросы, а где можно приобрести? Значит, на нашем сайте nadgard.ru можете набрать правило, и вы попадете на данный товар. Для кого же этот товар может быть интересен? Ну, во-первых, конечно, для кого-то, у кого дома позволяют или большие квартиры, для частного применения отдельно взятой семьи, да? Второй вариант – это, конечно, оздоровительные центры, любые, бани, йога-центры, там какие-то спортивные, так сказать, детские учреждения. Обучение двухдневное можно получить, индивидуальное, можно получить видеокурс, который прилагается к покупке данного правила. Естественно, вы будете знать полностью, как работать с ним. Кстати, у нас в Пушкинских горах, когда позволят отмена карантинных мер, мы обязательно будем проводить подобные занятия. Я надеюсь, мы их совместим с какими-нибудь интересными курсами. Поэтому следите и подписывайтесь на рассылку с нашего сайта nadgard.ru по продуктам. Там внизу есть рассылочка «Подписаться на рассылку». И тогда вы не пропустите выход объявления о каких-то занятиях, куда мы пригласим вас, в том числе вот как раз для занятия на правиле. И, конечно же, нужно добавить еще одну вещь вот для тех, кто приобретает данный аппарат. Человек получает возможность официально работать за счет сертификата. То есть мы выдаем сертификат от Национальной ассоциации народной медицины за подписью доктора наук Егорова и при поддержке Агулова, всем известного висцерального терапевта, имеющего свой хороший опыт. Ну, то есть это не Шарашкина контора, что да. Называется официально подтвержденная. Да, это общественная организация, но она самая авторитетная и крупная в нашей стране, включает в себя массу прекрасных специалистов своего дела. То есть это не эзотерика, это конкретные люди, которые работают с проблемами. То есть это массажисты, это разные практики, в том числе и славянские, и разных других народов, народной медицины, которая эффективна и простая. Ну, отлично. На этом, наверное, все. Всего хорошего, дорогие друзья. До свидания. Будьте здоровы. Будьте здоровы.